Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у меня, ну это не у меня, у сына на участке, вот у входа растет такой прекрасный дуб. У меня такая же картина на моем участке. И каждый год куча желудей, и обидно было, не знал, что с ними делать. А когда появились козы, вот смотрите, проблем с желудями вообще не стало. Сейчас вот я вам быстренько покажу, как они их рубают. Вот, смотрите, видите, только попали они им в рук, в рот, и они прямо... Вот видите, вот я им даю. Вот видите как. То есть прекрасно утилизируют желуди.